Привет всем! Меня зовут Лидия и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я к вам с очередной распаковочкой из сайта Cult Beauty. Вот такая красавица ко мне приехала на днях. Коллаборация Cult Beauty с блогером. Вот ее имя и фамилия, к сожалению, я этого блогера не знаю. Но догадываюсь, что он весьма неплох, если у него случаются такие крутые коллаборации. Коробочка на сайте стоила 48 фунтов. Стоимость наполнения не помню, но вы ее видите на экране. Но за свою коробку я заплатила всего лишь 3 фунта, потому что недавно я на сайте приобретала их адвент календаря. Кстати, распаковка этого календаря имеется у меня на канале. Можете посмотреть этот ролик, потом перейти по ссылке в описании и посмотреть распаковку шикарнейшего адвента от Cult Beauty. За покупку адвента сайт мне подарил чек на 20 фунтов, и у меня еще было 25 фунтов в баллах. Именно ими я в основном и расплатилась за этот календарь, и поэтому с моего счета ушло всего лишь 3 фунта. Поэтому я считаю, что мне очень повезло. Ну да ладно, заканчиваю болтать. Давайте посмотрим, что находится в коробочке. Как всегда, классическая белая коробка. Открываем. Вот такое наполнение. Как видите, коробка довольно полная, и здесь немало полноразмеров. Мой личный фаворит этой коробки и моя давняя хотелка — это мист от Niot. Давайте я его сейчас открою. Вот так выглядит упаковка. Здесь 240 миллилитров. Это полный размер, и я давно его хотела приобрести. Потому что, во-первых, мне продукция Niot очень нравится. Все, что я пробовала от Niot, мне безумно зашло. И второе, я про него слышала очень хорошие отзывы. Это увлажняющий мист с антиоксидантами, который защищает вашу кожу от вредного воздействия. Также он останавливает воспалительные процессы. Ну и само собой глубоко увлажняет кожу. Надеюсь, что я в нем не разочаруюсь. Это мой любимчик из всего бокса. Но помимо этого шикарного миста, в боксе скрываются и другие крутые штуки. Тоже полноразмер и не менее интересный, на мой взгляд, это крем от Элизабет Арден с церамидами и ретиноидом. Эта штука, так как она с ретиноидами, то она борется со старостью, возвращает нашей коже упругость, уменьшает количество морщин на коже. Но производитель нам обещает, что этот крем хорошо увлажняет, благодаря церамидам в составе еще и защищает наш кожный барьер. И здесь очень мягкая, щадящая форма ретиноидов, поэтому этот крем можно использовать как днем, так и вечером. И производитель нам обещает, что он не будет раздражать нашу кожу. Здесь 50 миллилитров, полный размер, и мне реально очень любопытно его попробовать. Наверное, я даже не буду отправлять его в запасник, я сразу поставлю в использование. Дальше в коробочке скрывается целая горсть пробников. Давайте сейчас взглянем, что же здесь. Во-первых, мой любимчик Pharmacy Green Clean. На мой взгляд, это одно из лучших гидрофильных масел на рынке. Нежно его люблю. Здесь, конечно же, маленький размер, 12 миллилитров, но думаю, что для каких-нибудь поездок уже в следующем году он реально пригодится.
Еще одно средство, которое у меня уже было не раз, это мист для фиксации макияжа от Charlotte Tilbury, 15 мл. Хорошо фиксирует макияж, мне он нравится. Иногда бывает, что вот такие вот маленькие размеры не очень хорошо распыляют и плюются. Но эта проблема исключительно вот этой маленькой travel упаковки. В большом средстве я с таким не сталкивалась. Он замечательно фиксирует макияж, мне очень нравится. И несмотря на то, что здесь 15 мл, но хватает мне такой малышки довольно-таки надолго. И дальше здесь скрывается два пробника средств, которыми я до этого не пользовалась. Во-первых, вот такая светящаяся база от Shiseido, это база под макияж. Здесь 5 мл. Это праймер, который, соответственно, подготавливает нашу кожу к макияжу. Он затирает поры, у него светящийся финиш, ну и производитель, соответственно, обещает, что благодаря ему наш макияж дольше продержится на коже. Так ли это, проверим в будущем. Пока что этим средством еще ни разу не пользовалась, это новинка. И еще одна новинка, это Benefit, это Fluff Up Brow Wax, это воск для бровей. Производитель нам обещает, что он держится 12 часов на бровях. Обожаю, мой любимчик от Benefit, это 24 Hours. Вот этим не пользовалась, будет интересно сравнить, так как здесь пишется, что он дает более полный пушистый финиш нашим бровям, то мне кажется, что это будет не такая жесткая крепкая фиксация, как у 24 Hours. Ну, проверим, посмотрим. Здесь он гелеобразный, без цвета. Здесь 3 мл, но думаю, что это вполне достойный размер, чтобы хорошенько распробовать средство. Дальше в коробочке скрывается Мурат. Это их сыворотка с витамином С и гликолиевой кислотой. Эта сыворотка должна нам давать свечение кожи, выравнивать тон кожи. Здесь 15 мл. По-моему, это не полный размер. Вот от Мурат у меня сыворотки с витамином С еще ни разу не было. Очень любопытно попробовать, потому что я на нее очень давно засматривалась. И вот, наконец, звезды сошлись. Она у меня в руках. Будет замечательная возможность попробовать. И, возможно, найду для себя нового любимчика в мире витаминов С. Последнее, что здесь скрывается, это сыворотка для волос, полный размер, 100 мл. Это сыворотка с термозащитой, мы ее наносим на влажные волосы, равномерно распределяем по длине, и благодаря ней наши волосы будут блестящими, шелковистыми и гладкими. Будет очень интересно протестировать. Надеюсь, эта сыворотка меня не подведет, так как бренд вообще-то мне нравится. Он у меня на хорошем счету. На этом все. В коробке больше ничего нет. Это шикарная коробка. На мой взгляд, это один из лучших эдитов Colbeauty в последнее время. Здесь прям шикарные, интересные полноразмеры, прекрасные травелы. То есть мне понравилось все. Мне любопытно попробовать все. А то, что я эту коробку получила всего лишь за 3 фунта, особенно греет мою душу. К сожалению, на данный момент эта коробка уже распродана. Ее расхватали буквально в течение нескольких часов после поступления ее в продажу. Ну, честно говоря, я не удивлена, потому что наполнение коробки реально шикарное.
Поделитесь в комментах, успели ли вы урвать эту коробочку на сайте, или же решили все-таки обойтись на этот раз без нее. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным и интересным. Как всегда, прошу поставить лайк этому ролику. Ваши лайки очень мотивируют меня снимать больше видосиков. А также, если вы часто смотрите мой канал и мой контент вам нравится, то, пожалуйста, подпишитесь. Большое вам спасибо, друзья! Ну а на этой ноте я с вами прощаюсь. Встретимся в следующем видео. Всем пока-пока. До новых встреч!